Приветствую вас, друзья! На связи Демчук Михаил. В этом видео мы рассмотрим матричный маркетинг Light компании Dream Tours. Матричный маркетинг состоит из 14 мест, распределенных на 3 уровнях, каждая из которых имеет 2 ответвления или 2 ножки. При заполнении первой линии вашими партнерами вы получаете 15% от стоимости пакета, на который зашел партнер. При заполнении второй линии вы получаете 20%, и при заполнении третьей линии вы получаете 65% от цены пакета. В результате при закрытии всей матричной площадки, при закрытии цикла, вы получаете 630% от цены пакета той или иной площадки. В данном маркетинге применена так называемая зарплатная система, при которой вы получаете деньги моментально на ваш кошелек за каждого партнера, не дожидаясь закрытия всей площадки и независимо от того, кто его туда пригласил. Для постоянного роста ваших доходов и получения пассивного дохода существуют внутренние механизмы, такие как автореинвест и автоапгрейд. Автореинвест – это повторная покупка данной модели за ту же цену при полном ее закрытии. Автоапгрейд – это автоматическая покупка более дорогой площадки, которая стимулирует ваш карьерный рост. Средства для покупки автоапгрейда и автореинвеста аккумулируются с третьей линии вашей открытой матричной модели. Для этого каждый из 8 платежей в 65% делится на 2 части. В случае, если у вас еще не открыта следующая площадка, то 65% поделится следующим образом. 37,5% уйдет на автоапгрейд плюс автореинвест, и 27,5% от этой суммы уходят вам на вывод на кошелек. Если у вас уже есть более дорогая площадка, либо вы ее купили вручную, либо у вас раньше срабатывал автоапгрейд, то сумма в 65% делится на 2 части следующим образом. 12,5% удерживается на реинвест, на повторную покупку данной площадки, и 52,5% уходят на вывод. Условия срабатывания автоапгрейда – это наличие 6 человек в третьей линии вашей открытой матричной модели. И условия срабатывания автореинвеста – это наличие 8 человек в третьей линии вашей матричной модели. И при апгрейде, и при реинвесте все ваши партнеры, у которых сработает автореинвест и автоапгрейд, они гарантированно следуют за вами либо в эту же площадку, либо в следующую площадку, еще раз и еще раз принося вам прибыль. В случае, если вас еще нет в той или иной площадке, то ваши приглашенные уходят к вашему наставнику на один наверх. Если вашего наставника также нет в данной площадке, то они идут к его наставнику и так до ближайшего наставника, который есть в той площадке, куда идет ваш лично приглашенный. Другими словами, вы его теряете только на один цикл. После того, как вы появитесь в данной площадке, ваши лично приглашенные по закрытию своего цикла автореинвеста снова вернутся в вашу структуру. Заполнение данной площадки происходит по принципу слабой ноги, то есть перелив сработает туда, где меньше всего партнеров. Поэтому первый человек становится вот на это место. Второй встанет здесь. Так как условия у них одинаковые, значит система будет срабатывать сверху вниз, слева направо. Поэтому третий партнер встанет сюда. Соответственно, четвертый встанет к тому, у кого меньше людей. У первого один человек есть уже, у второго человека нет. Значит, четвертый становится сюда. Теперь у партнеров опять одинаковые условия. Соответственно, система пятого поставит сверху вниз, слева направо. И пятый встает вот в это свободное место. Шестой становится, соответственно, под четвертого. Дальше в системе опять одинаковые условия. И система опять начинает заполнять слева направо. Седьмой встанет здесь. Восьмой станет под седьмого. Так как у каждого партнера в вашей сети уже есть человек в структуре, а у седьмого еще человека нет. Поэтому восьмой становится здесь. Девятый теперь встанет сюда, десятый встанет под девятого. И дальше система будет равномерно заполнять
третью линию следующим образом. 11 она ставит сюда, 12 встанет вот здесь, 13 встанет сюда и 14 закроет последнее место и сработает автореинвест. Давайте рассмотрим, как работает глобальный перелив. Когда вы закрываете цикл, вы за наставником двигаетесь автореинвестом. Соответственно, аккаунт наставника и ваш аккаунт ищет самое слабое место в рамках системы для того, чтобы помочь партнерам в данной ветке. После повторного закрытия цикла аккаунт снова ищет слабую ножку в системе, чтобы закрыть очередной цикл. Таким образом, наши партнеры имеют возможность получать перелив не только от наставника, но и от лидеров структуры, которые могут автореинвестом снизу прийти в вашу команду. Теперь давайте рассмотрим маркетинг Light в цифрах. Всего существует 8 площадок. Start, Master, Pro, Leader, Silver, Gold, Platinum и Diamond. Прибыль с первой площадки с учетом автореинвеста составляет 0,0795 биткоина. С учетом апгрейда и реинвеста такая прибыль будет 0,0495 биткоина. Со второй площадки, соответственно, прибыль с реинвестом и апгрейдом 0,99, только с реинвестом 0,159 биткоинов. На площадке Pro чистая прибыль с реинвестом составляет 0,318 биткоина. С учетом апгрейда и реинвеста прибыль составляет 0,198 биткоина. В данном маркетинге предусмотрен автопереход партнеров во второй маркетинг нашей компании. Для этого точно так же с третьей линии удерживаются средства и переход в Binar осуществляется со второго партнера, находящегося на третьей линии площадки Pro. Поэтому если вас еще на этом этапе нет в Binar, у вас автоматически сработает автопереход в Binar, и в этом случае чистая прибыль с учетом перехода в Binar, реинвеста и апгрейда составит 0,148 биткоина. И последняя площадка при закрытии приносит 10,6 биткоина. Более подробно по цифрам и расчетам вы можете посмотреть в текстовом документе в разделе «Инфоматериалы». Напоминаю, что каждую открытую площадку можно закрывать бесконечное количество раз. И каждое повторное закрытие вам будет приносить в 5 раз больше, чем стоит та или иная площадка. Для примера мы взяли команду в 126 человек. Учитывая, что в каждом цикле всего лишь 14 мест, то такая команда закроет для вас 9 циклов. 9 закрытых циклов на первой площадке вам приносят 0,68 биткоина. На второй площадке вы зарабатываете 1,37 биткоин. На площадке Pro 9 циклов закроется 2,74 биткоина вы получите. На площадке Лидер вы получаете 5,48 биткоинов. И тут пошел ряд вкусненьких площадок. На площадке Silver, закрыв 9 циклов, вы получаете 10,94 биткоина. На площадке Gold это уже 21,8 биткоина. Площадка Platinum 45,7 биткоина. И площадка Diamond 95,4 биткоина. Преимуществами данного маркетинга является то, что руководство является такими же участниками, как и любой другой партнер нашей компании. Деньги вы получаете моментально с каждого партнера нашей сети, даже если его приглашали не вы, но он появился в вашей структуре. Все ваши партнеры и вся ваша структура гарантированно следуют за вами на следующие площадки, тем самым обеспечивая вам неизбежный карьерный рост и закрытие более дорогих площадок. Руководство и сильные лидеры после реинвеста также становятся вниз в вашу структуру. Прибыль автоматически зачисляется на кошелек за каждого партнера вашей сети. Для продвижения по следующим площадкам вам уже нужно меньше партнеров. И в данном маркетинге отсутствуют какие-либо квалификации. Вы получаете деньги с любого стола, с любого пакета, любого партнера вашей структуры. Существует две стратегии быстрого роста в данном маркетинге. Первая стратегия – это стратегия золотого треугольника. Это когда вы покупаете 3 бизнес-места, 2 из которых регистрируете под собой. В этом случае вы за каждого партнера вашей сети будете получать деньги и на верхней,
и на нижние аккаунты. Таким образом, работу вы проделываете одну и ту же, а денег зарабатываете в два раза больше. Вторая стратегия – это сработка на опережение, но данная стратегия требует немножко больше средств. Для этого необходимо зайти сразу на 2-3, возможно 4 или более площадок, насколько позволяет это сделать ваш бюджет. У каждого партнера, находящегося на первой и второй площадке, которые зашли в маркетинг до вас, обязательно сработает автоапгрейд площадки. И рано или поздно вся вот эта структура, она будет переходить на третью, на четвертую, на пятую и так далее. Соответственно, если вы срабатываете на опережение и занимаете более выгодные позиции, то большая часть этой структуры попадает к вам в команду, закрывая вам более дорогие площадки. Сработать на опережение можно и в процессе развития, купив заработанными деньгами в предыдущих площадках более дорогие площадки. Покупку необходимо делать вручную, не дожидаясь автоапгрейда. В этом случае деньги, которые необходимо удерживать на автоапгрейд, у вас удерживаться не будут и будут доступны к выводу. Как вы видите, по данной стратегии разумно и максимально выгодно как можно быстрее оказаться на последней площадке.